сопки еле видно. Увы, погода вот такая вот с самого утра. Поэтому вид на Амур с сопок сегодня отменяется. Ну вот вам вид с балкона на двор. То есть вот оно льется. Все, пришел циклон. Вот они носятся, уродцы, блин, с скоростью бешеной по дворам. При том, что дети могут выскочить. Уровень культуры ужасный. Это сегодня, значит, выборный день. Вон оно льется. Ну, я это все блокирую. Я пока воду не откачают, хер я на это все умное голосование ложил. На участие в легализации нелегитимной этой власти. О, как льется. Вон там видно, да, отбивает воду как. Вот там вот. Во. Вот такие дела. Ну, а рисуют, конечно, нарисовали 2 сантиметра. Ну, уроды. То есть 8 метров порог прошли, ну, типа сделали 2 сантиметра. Хотя реально уже 8.40 уровень по Амуру. И сейчас еще добавят. На Нижнем Амуре уже за 9 метров перепрыгнуло. То есть там вообще жопа. В 50 километрах от Комсомольска официально. Ну, сейчас вот пару дней будет лить вот это все. Там посмотрим, каким результатом это все приведет. Спасибо за поддержку, кстати, канала. В день выходит по 3500 просмотров вот сейчас. Поэтому отматывают, откручивают. Но, тем не менее, очевидно, вот, факт существования вот этих вот морей водохранилищ в городе, он налицо, он признан.